уже в поле игроки, уже кетчер должен. Холбол, отлично. По-моему, это какой-то либо дьявольский план. Вот. Ровно явно собирается своих пятеров сильных выставлять в конце. Так, два страйка в доме. Страйк. Нет, бой. Было два страйка. Такие летят очень стрёмные. Беттеру тяжело решиться, бить или не бить. Это бол. Не-не-не, полный счет. Отлично, но выкидали питчера по полной. По полной. И фолболы. Все. И бейзенбол. Полный квадрат. Добить Нейси. Тренер, организатор, наоборот, заставляет кетчеров бегать в поле игроки. Два аута. Все, смена. Ну что ж, красиво. Два аута сделали. 4-0. Так, первый ининг закончился. Так, а кто болеет за ровно, не совсем понятно. Трибуны пополнились еще. Команда из Кировограда, наверное, да? Да, по-моему, это Кировоград. Я вижу немного ведмедиков. Рядом с ведмедиками Платона. Девчонками, естественно. Не, там... Так, показывают счет. Счет 4-0. Запечатлеем. 4. Так, ага. Сейчас будет второй ининг вверх. Наша защита. Надо отыграть в ноль. Думаю, что будет сломлена ситуация полностью. Все спешат по своим местам. Так. Тоже такой регламент. Все четко должно быть. При тайме питчер не может тренироваться. Он говорит, ну это питчинг или это просто они так перебрасывают. Так,
Два бола в доме. Три бола. Я на сильный бьющий. Страйк. Три бола, один страйк. Страйк. Полный счет. Полный счет. Эмпайр, конечно, закрывает мне первую базу, к сожалению. Вернее, Вейзенбол. Занята первая база. Ноль аутов. Первый ининг. Второй ининг вверх. 4-0 счет мы ведем. Хороший страйк. Сейчас будут воровать вторую базу. Ай-яй-яй. Сейв на первой базе. Не поймал мяч. Защита не поймала мяч на первой базе. Занята первая. Первая, вторая база заняты. Банк был, конечно, такой себе. Просто медленно. Чуть-чуть медленно, чуть-чуть не точно, чуть-чуть не поймал. Вот и страйк. Я вижу, как глаза горят у Лобанова за решеткой шлема. Есть страйк 2. Это был явный бол, такой именно легенький. Есть страйкаут. Один аут есть. Этого игрока надо ловить на первой базе. Но он и ударить может хорошо. Да что ж там с первой базы? Очко зашло. Настройка. Замена. Кажется, что это дай. Замена. Ну так тебе показать? Я сейчас скажу. Окей, дякую. Стоп, Киллин. Замена у нас. На третьей базе игрок. Чуть-чуть перегрелись наши ребята. Нужно собраться. Ничего. Конечно. Отличная мысль.
страйк. Один аут. 4-2. Бол низко. Один бол, один страйк. Самое, что на поле. Так, все ждут страйка. Так, не шатай, это так все шатает. 3-1. 4-2. Мы ведем. Какую, вот эту? Да. Ну вот все время. Бейзенбол. Отдельно снимаем. А я думал, вы просто побухать принесли.